Обладателем титула «Швед года», который присваивается 12-й год подряд известным местным журналом «Фокус», признан в 2017 году шведский кардинал Андрес Арбарериус за роль в диалоге между коренными и вновь прибывшими шведами, сообщает РИА Новости. Представлять католическую церковь в стране, идентичность которой в первую очередь светская и во вторую протестантская, требует бесстрашия. Как глава Стокгольмской католической епархии, «Швед года» сыграл центральную роль в диалоге между коренными и вновь прибывшими шведами. Пояснили свой выбор члены жюри, решение которых опубликовано на сайте журнала. Епископ Арбарелиус, которому 68 лет, возглавляет епархию в Стокгольме с 1998 года. Журнал «Фокуса» поясняет, что для того, чтобы получить титул, требуется согласно принятым правилам, чтобы деятельность обладателя обратила на себя внимание и изменила Швецию к лучшему. При этом не требуется, чтобы награждение был широко известным в стране человеком. Швед года выбирается специально созданным жюри, которое состоит из специалистов разных научных областей, а также представителей общественной и деловой жизни.